если незаменимые есть, это большое счастье, что есть незаменимые. И вот один незаменимый ушел, и другой незаменимый ушел. Как раз вчера исполнилось 40 дней со дня ухода Вячеслава Тихонова. Такой красоты человека, но об этом лучше, знает его и состоявшаяся любовь по фильме Лариса Лужина. Вам обратиться к Ларисе Лужина. Приятно подумать, что все-таки был и кому-то бывал даже.